4 миллиарда рублей направят в этом году на создание комфортной среды в городах и районах республики. Средства позволят благоустроить более 100 общественных мест, 200 дворов и отремонтировать 900 подъездов. По итогам прошлого года республика заняла 7-е место среди российских регионов и 3-е в ПФО по количеству городов с благоприятной средой проживания. За год их число увеличилось с 38 до 66%. За 3 года в Башкортостане отремонтировали 6500 подъездов на 2 миллиарда рублей. Также в республике продолжается реализация программы «Башкирские дворики». По ней к 2024 году обновят 2000 придомовых территорий. В 2022 году бюджет 1 миллиард рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Выполним благоустройство 200 дворовых территорий. Для сравнения, в прошлом году дворов было сделано 140, что включающих в себя устройство асфальта, бетонного покрытия на площади 170 тысяч квадратных метров, устройство 4550 парковочных мест. Глава МинЖКХ подчеркнул, что во дворах устанавливают оборудование на детских площадках, скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, произведенные только в Башкортостане.